По периметру смотрите, сейчас увидите, везде как бы сотрудники работают. И не скроешься у тебя? Не скроешься и не уснешь. В здании предусмотрено для посетителей два входа. Это вот центральный вход со стороны Новгородской и с противоположной стороны. Граждане входят в свободном режиме в здание. Значит, зона общественных приемных, она находится вот от меня слева. Это индивидуальные комнаты. За вашими спинами находятся обычные терминалы, где клиент выбирает свой комитет и выбирает свои услуги. Это мы по этажу какого комитета сейчас ходим? Здесь вот заказ здесь будет размещаться. Можно определить статус сотрудника по напольному покрытию в кабинете? Ну, скажем так, в большинстве случаев, да. Ну, это вы сами приняли решение. Кабинет начального уровня, так скажем, рядовой сотрудник, да, ламинат, да, это уже начальник отдела, и паркет, это руководитель. Да. Вот эти рафшторы, которые стоят, а можно вот рафшторы. На каждом фасаде стоит такая система. Метеостанция управляет ими, и в зависимости от этажа и угла наклона солнца, каждый этаж фасадом регулируется автоматически, человек здесь не присутствует при этом. В этом нашем комплексе в здании предусмотрено 4 внутренних дворика. Вот они зеленые, значит, дорожки с подогревом. Не уроните за перила никакие вещи, телефоны, очки там. А как-то дальше? Здесь только под контролем будут завозиться люди.